Всем добрый день. Мы с вами снова на футболе. Надеемся, что в футболе интересно. Юрий Розанов и Василий Соловьев будут вести для вас репортаж об этом матче. Игроков в статике. Пока про игру мы не знаем ничего, но первый удар по мячу состоялся, и с каждой секундой мы будем узнавать про нее, эту игру красавицу, все больше и больше и больше. Тотти. Команда получает некую компенсацию в качестве штрафного. Вот если бы, допустим, у него была желтая, да, арбитр чаще всего думает, а показывает ли вторую? Думаю, что показал бы в этот раз. Да и я не сомневаюсь, потому что... Игра остановлена. Каков будет судейский вердикт? Может быть, не будь этой желтой карточки, не было бы и гола. Конечно, переворачивать время взад-вперед невозможно, но тем не менее, это следствие того настроя, с которым он вышел на поле. Арбитра, который жестами покажет, что он решил. Ну что ж, вот так бывает. В принципе, не отдаваясь борьбе целиком, ты, может быть, и не забьешь что-то, но порой вот эмоции лезут наружу и получаются желтые карточки. Прозвучал удар с угла поля. Свистком арбитр отправляет команды в раздевалку. Не удаляет, нет, просто вышло время первого. Да, пока. И моментов мало, и голов. Повод ли это думать, что второй тайм все перевернет? Не знаю, не знаю. Ой, никаких предпосылок. Разбудишь меня к концу матча?
Вторая желтая карточка – это самый прозаичный вот такой набор штрафов для футбольных игроков. Вторая желтая карточка – это такое неприятное дополнение, которого очень легко можно было бы избежать. Поле угловой. Право на стандарт получает Ливерпуль. А в следующий-то раз судья его и не помилует, наверное. Ясное дело, если так грубо играть, то рано или поздно напоришься не на горчичник, а на что-нибудь поострее. Ливерпуля команда сильна в этих компонентах игры. А если выгонят в следующий раз, то-то будет потеха. Да, и кто, интересно, будет забивать? Пушкин? Очень опасная ситуация. И это желтая карточка. И желтая, конечно, желтая карточка. Других стандартов. Всегда достаточно опасно, но все-таки не так, как пенальти. Не щадят. Вообще у него работы нет. Персональный гол в нынешнем поединке. Я думаю, что тренер команды соперников должен сделать какие-то выводы, оставляют без... Сказать, как из рога изобилия. Какую оценку поставят ему спортивные газеты? Ну, забиваешь хет-трик близко к десятке, это почти наверняка. Да, могут на счет встречи. Впечатление такое, что вот как бывает на фигурном катании, ты смотришь не обязательную программу, не произвольную, а показательное выступление. Вот так сегодня мы смотрели. Как известно, на показательное выступление не призеров не выпускают. Так вот, смотрите, все силы команд не равны, и одна из них дала полный концерт. Ну и, конечно же, за такое показательное выступление команда получает от своих болельщиков аплодисменты и... овации. Большое вам спасибо за то, что были с нами сегодня. До новых встреч.